Так, ну а ми повертаємося до нашої студії, і в Україні була ініціатива, було озвучено, що другою державною мовою потрібно зробити англійську. Чи правильний цей хід, нам сьогодні розкаже Юрій Табах, капітан першого рангу ВМС США. Доброго раночку. Доброго ранку. Привіт. Вітаю, Україна. Hello, Ukraine. Hello, Ukraine. Hello, Ukraine. Так. Так, ну що, Юрій, розкажіть, будь ласка, що ви думаєте з приводу того, щоб англійську зробити другою державною в Україні? Ну, а що тут плохого? Весь мир говорит по-английски, интернет по-английски, Голливуд по-английски. Сьогодні мир такой шарик стал маленький. Надо иметь какой-то один общий язык. Ну, похоже на то, что самый популярный язык, на котором больше всего люди общаются, это английский. Ну і американські долари на них по-англійськи написано, так що... Але ж тут раз... питання стоїть державною мовою. Це ж Україна? Ні, Міжнародне спілкування – так, але на рівні державної мови. Наскільки це... Ні, ну у кожної країни, ну не у всіх, звісно, але у кожної країни має бути державний язик, на якому там документація проходить і все. Це, звісно, це важливо, іначе... Ну, є країни, де є кілька язиків, ну, ми знаємо, в Європі є кілька язиків, країни, де можна, ти повинен знати всі три язика або два язика. Допустим, в Ізраїлі теж три язика повинні знати, це іврит, англійський і арабський. Но, например, я знаю, что в Израиле очень-очень много документации проходит по-английски. Поэтому, если ты там чиновник какой-нибудь или военный, ты обязан знать английский довольно-таки в совершенстве. Я был в Грузии недавно, вот люди моего возраста, они со мной общались по-русски, а вот вашего возраста... Они же не разумеют так. А вашего возраста уже все, салям алейкум, они только... Ну, они все говорили по-английски. Поэтому было нормально. Ну, в Израиле единственное, что вот мне в Израиле нравилось, что если человек по какой-то причине непонятной не говорил по-английски, 100% он говорил по-русски. Поэтому я мог общаться спокойно в Израиле. С любимым... У меня даже была такая история, когда я очень удивился, когда мы были там на учениях, и танк Меркава нам показывали. Ну, у нас нет таких танков. Это такой большой танк, и он там стреляет, так, в общем... Мы были такие, ох ты, какой танк классный. И он так развернулся, они там подъехали к нам, и вышли ребята, которые там стали над этим танком. И один наш офицер спросил какой-то вопрос about the Merkava tank, what is this, what is that. Они ему говорят, что а мы по-английски не говорим. Я так удивился, танкисты не говорят по-английски. А потом я услышал, один другому сказал, Миша, смотри, чтобы американец с танка не... Я говорю, вы, ребята, говорите по-русски? Они говорят, да. И мы начали, и вот я переводил про израильский танк с русского на английский. Язык, это, я знаю, что это большая, здесь споры идут в Украине очень много. Две вещи. Конечно, говорить на державном языке это патриотично, но непрактично. В вашей ситуации вы проигрываете главную войну, это информационную войну, потому что вас никто не слышит. Даже когда мои родители были живы, они слушали российские каналы, которые вещают в Америке или везде. И они мне говорили, Юра, там будешь в Украине, там по-русски не говори, там бандеровцы ходят со шмайзерами и сразу к стенке. Но это информационная политика не наша Украина. А Украину никто не слышит, потому что по-украински говорит очень мало людей. Же схожа мова, чему? Вы же меня разумеете. Ну это когда вы сейчас говорите простыми словами, сейчас вы начнете говорить что-нибудь о политике, о украинской, о военных действиях на Донбассе, о международном положении Крыма, я ничего не пойму, что вы говорите. И я переключу просто канал и буду слушать на русском языке. И поэтому вы думаете, израильтяне очень любят общаться на арабском? Но у них есть каналы, которые говорят, вещают только на арабском. Вы думаете, когда я был маленький, «Голос Америки» говорил по-английски или по-русски? Нет, они вещали по-русски, чтобы все поняли. Поэтому весь бывший Советский Союз, вся диаспора, у которой не понимают, а это миллионы и миллионы людей, которые не понимают по-украински, они вас не слышат. Они не понимают, что вы говорите. Поэтому они переключаются на первый канал, где Соловьев им объясняет, какая фашист, как маленькая мирная Россия окружена фашистской Украиной со всех сторон. Дебреша, Соловьев. Добре, ви сказали, що ви багато подорожуєте по світу, і хочеться запитати, наскільки українці схожі з іншими національностями, і чи є в нас якась особлива риса, яка нас вирізняє серед усіх? Вот, все. Все, все, что знал.
Короче, переходите на англійський. Росіянина можна пізнати будь-де. Українця можна десь, ну, будь-де пізнати за якоюсь однією рисою, там яку притаманна нашій державі. Що він сказав? Борисей. Як можна ідентифікувати українця в світі? Вот когда они говорят, ты не понимаешь, я сразу знаю, что это украинцы. Идентифицировать украинца в мире как? Легко. Как распознать украинца на всемирной арене? В любой стране мира. Не знаю, спросить его, вы украинец или кто. Вот я не знаю, как распознать, как любой человек. Ну, там 30 лет тому назад, 35 лет назад, я советского человека мог узнать везде. Угу. А сегодня вот вас там или вас, ну как, вы выглядите как современные люди, обыкновенные европейцы. Вас не отличишь ни от чего. Пока, наверное, говорить не начнешь, ты там услышишь акцент какой-нибудь или еще что-то такое. Но я знаю, что вот раньше, когда я рос в Америке, мы все были русские, да, вот я русским никогда не был. И надо, чтобы я стал русским, потому что многие люди в Советском Союзе хотели быть русскими, ну легче было жить. У некоторых получалось, у некоторых не получалось. Как это идет такая-то, ты морячка, я моряк, ты еврей, а у меня не получилось как-то так. И мы все были русские, там грузины, таджики, все, кто был из Советского Союза, это все были русские. Потому что у нас язык был общий русский, и у нас тоже было телевидение там русское, и магазины русские, и рестораны русские, и баня русская, все это русское. Но вот после 2014 года, конечно, изменилось сильно. Потому что если обращаются там кому-то и говорят, вы русские, они говорят, нет, мы украинцы, или мы грузины, или там мы узбеки. Но уже не модно быть русским. Хотя раньше... Все однозначно уже. Вот если бы вы там, если бы, сейчас уже нет, а там 20-30 лет тому назад, если бы вы позвонили в Пентагон и сказали, позовите русского к телефону, сказали, Юра, тебя там к телефону зовут. Потому что... так. Да. Я от зараз, у меня когнитивный диссонанс, я не розумію, мы продолжим эфир украинскую, чи мы можем... Ну давайте по-украински, а если питання... я не понимаю, я вам сразу дам сигнал. А, такой незаметный сигнал, что это... Повторите что, на русском. Что он сказал? Что он ляпнул? Что это? Слушайте, на вашу думку, чего не вистачає Украине, чтобы стать сильнейшей на всесвітній арене, как державе? Что не хватает Украине, чтобы вам стать сильнее? Да. Так. Вам, нет, у вас все есть, вам хватает всего. У вас есть излишки, от которых надо избавиться. Например? Как коррупция, допустим. Угу. Вот у вас главный враг не... Мы все, не только у вас, это везде. В Израиле самый большой враг евреев, в Америке самый большой враг американцы. Мы сами себе самые большие враги. Поэтому, конечно, в Украине у вас все есть. Вот я езжу по Украине, я смотрю, я не могу налюбоваться страной, не могу налюбоваться людьми. Какая у вас богатая страна, какая у вас богатая земля. Как у вас это все прям, особенно летом, когда ты едешь, у вас и море, и горы, и земля такая черная. Я думаю, вот израильтяне, когда ездят, у них, наверное, слюни текут. И у американцев тоже, у нас же прерии. У нас же нету этого чернозема, у нас нету этих сосен, этих деревьев. И мы завидуем этому, поэтому у вас все есть. Там едешь в Харьков, у вас там такие головастики ходят по улице, ты думаешь, боишься к нему подойти, потому что он такой умный. Сейчас он что-то тебе скажет, ты будешь просто дураком, потому что он тебе сейчас начнет объяснять, почему вот это... Ну, экран этот двигается, когда ты пальцем делаешь. Ну, нормальный человек же понять этого не может. И у вас все есть. И вот я недавно даже у себя в программе брал интервью у Олега Петровича, который сохранил такую организацию, как «Луч», который делает оружие, ну, это реально завидно. Поэтому у вас все есть, но вот коррупция чуть-чуть. Ну, коррупция в Україні – це національне свято. Переборщили, да, может быть, чуть-чуть надо поменьше. Святкуємо кожного дня коррупцію. Потому что я даже, вот, когда там, мне предлагают участвовать в каком-то бизнесе или участвовать в каком-то... Угу. Оно сразу начинается с какой-то коррупционной... Сразу начинается. Тобто спочатку схема, а потом бизнес. Да, да, она сразу какая-то уже схема, которая говорит, подождите, это что же, что это, как это будет работать? Они говорят, все будет хорошо, все будет честно, все это. Я говорю, ну это уже нечестно, я уже ж вижу, что это нечестно. А Юрій, я хочу запитати стосовно вашого сина. Він відомий блогер.
всі, хто вас знає, знає, що у вас син блогер. Наскільки він прислухається до ваших порад і чи вносите ви якусь свою історію в його життя? Он вообще актер, и он делает эти ролики, в принципе, в которых он сам играет. Вот сейчас он закончил. Він теж був в Україні буквально пару років тому. Да, так. Да. Вот я надеюсь, що він приїде і ще буде робити фільм летом. Я з ним в Україні. В Україні, да. Я пытаюсь йому розказати, як багато всього інтересного є в Україні, що ще люди не знають. Вот недавно закончился про Чорнобиль. Фильм в феврале мы поехали в Чернобыль. Это, конечно, было. Сама картина была депрессивная. Моторично. Так еще и холодно было очень. А там ничего не отапливается же. И, ну, зато мы нашли бабушку там, которая живет там все это время. Там. Она только уехала на 3 месяца, когда ей сказали, потом она вернулась. Вот до сих пор она одна живет там в деревушке. Было интересно. И вот про нее сделать фильм я бы советовал своему сыну. Сделать что-нибудь позитивное, радостное. Он очень много работает. Я даже, хватит тебе работать, ну, уже можно жизнь найти. И он снимается. Сейчас он закончил, он снимался в одном сериале. Должен, наверное, летом выйти. Звідки у вас такий інтерес особисто до України? От ви говорите, російська мова в світі і російську ідентифікують. Ви приїхали в Україну і ви тут. Да, у меня нету никакого, ну сейчас уже есть, конечно, а первоначально у меня никакой там привязанности или какого-то там патриотизма к Украине не было. Это сейчас, потому что я уже знаю вас, я знаю Андрея, я знаю, не Макс, Андрей. Андрій, ведучий нашої програми «Політика без правил». Да, Андрій Глухенький. Глухенький, который меня как раз, это был первый человек, который взял у меня интервью здесь в Украине, вот мы до сих пор друзья хорошие. У меня не было никакого. Единственное, почему я оказался в Украине, и опять же, многие люди подумают, что я, может быть, не искренне говорю или нет, но я говорю так, как есть. Это потому, что я увидел, что украинцы дерутся. Я увидел, что они сопротивляются. Они я увидел Майдан, потом я увидел, как на Донбассе начался, и Крым, и я понял, что они дерутся с врагом, который в 1000 раз сильнее их. И они не сдались. Они чтобы отстоять себя. Они не встали на колени. Они как-то организовали эти батальоны, эти партизанские отряды. Это все были молодые девочки и мальчики. И насколько они сплоченно это делали. У меня дрогнуло сердце. Это как в Варшавском гетто, когда восстали молодые люди. Они что думали, что они победят вермахт? Или когда молодые офицеры польские одели мундиры и на немецкие танки с шашками, они что думали, что они их победят? Конечно, нет. Я думаю, украинцы тоже так же. Они сказали, мы знаем, что мы вас не победим. Вы очень огромные, но мы не умрем на ваших Сила условиях. Мы умрем на своих условиях. Мы погибнем в бою. Але не факт, що ми загинемо. Я тогда решил, что я ничего не умею, я ничего не знаю. Но я, правда, немножко понимаю в войне. И я немножко понимаю. Я просто решил что-то сделать. У меня был очень тяжелый период в моей жизни тогда. Я тогда был в Израиле возле стены плача. У меня есть фотография, это если я могу вам после передачи дать, вы можете ее включить. И я подошел к стене плача, я так нагнулся и разговаривал с Всевышним, что мне делать, как мне быть. И я нагнулся, и я увидел записку, потому что люди в стену плача вставляют записку, там просят что-то. И я там написано «Pray for Ukraine», «Молитесь за Украину». Символично. Я сказал себе тогда, это мне, значит, Всевышний мне говорит, ты умеешь кое-что делать, ты знаешь кое-что, езжай, помоги, сделай что-нибудь. Выступи на передаче, дай $10, купи протез, что-то сделай. Ну и вот так у меня началось, и я уже потом про меня узнал Андрей Глухенький, взял у меня интервью, и вот так вот я стал, так я оказался в Украине, и теперь я постоянно сюда приезжаю и чем-то занимаюсь. Вот сейчас даже открыл свой YouTube-канал. Угу. Где я вещаю по-русски, чтобы с английскими субтитрами.
В основном это про украинских героев, про которых никто не знает. Или знают, но очень мало. Вот, допустим, даже про Олег Петровича с лучом, как он спас это в 2000-х, да, в 90-х, когда все это хотели распилить и продать. Там у меня был Вадим Свириденко, у которого нет ни ног, ни рук. Героический человек. Не потому, что он совершил подвиг, а потому, что как он выжил и как он стал. Но, видите, вы говорите в своих передачах, и все центральные каналы говорят о Трампе, о Байдене, о санкциях, о России, о каких-то еще героях, обо мне, но о своих очень часто не говорят. Эти люди остаются в тени, и на этих людей наоборот. Там у меня было интервью с Натаном Хазином, израильским солдатом, который приехал и создал, ну, что называется, еврейская сотня. И был в АТО вместе, что называется, у вас нацики, и как они вместе воювали против російських танків. Але все це говорить про те, що всі в світі небайдужі і завжди говорять, на жаль, в контексті війни на Донбасі, говорять про Україну. Але все-таки про нас знають і завдяки таким, як ви, дізнаються про таких простих українців, про яких ви говорите. Я хочу, щоб узнали про Україну з української сторони, узнали от американця. І поэтому субтитри на англійському. Это занимает дольше, это, конечно, очень дорого стоит не мне, а канал, людям, которые содержат этот канал. Я им благодарен. Это очень кропотливая работа, очень много работы, но и все больше и больше американцев начинают тоже это смотреть. И говорят, а мы не знали это про Украину, а мы не знали, что есть такие люди. Теперь знаешь. Ну да, завдяки вам теперь знают. Но это еще, конечно, очень маленький у меня там... Я еще пока что не Дмитрий Гордон. Хотя, как вы видите, я как бы вот кашу поднял. Так, друзі, ну поки пан Юрій показує нам свої носки, ми вам дуже вдячні, що прийшли до нас в ефір. Юрій Табах, капітан першого рангу ВМС США. От взагалі немає часу, бігом, не можу пояснити YouTube-канал. Правда, тут підписуйся. І не забувайте про дзвіночок, який буде вам нагадувати, що вже з'явилися новини, які вам точно варто подивитися.